Добрый день, друзья! Приветствую всех в игре Mudrunners, с вами Егор, и мы начинаем прохождение модовой карты под названием «Зима Сибирь» от автора Бугельман Дмитрий. Я ее, ребята, уже разблокировал, так сказать, разведку провел, полностью открыл. Ну, здесь всего две лесопилки, мы их сейчас проедем, закроем. Одна вот где-то здесь, ага, вот она, возле топливной станции. Как-то туда проедем. Тут и гараж. А вторая с этой стороны. С этого боку. В принципе, карта как зима, ну как весна, можно так сказать. Начало весны. Сказать, что прям такая зима, ну не очень. Ну, у человека может первая карта зимняя. Там еще будут вроде как зимние карты. Я думаю... Еще будем катать. Ну давайте. Заводим КамАЗ. Будет сегодня участвовать у нас, так сказать, в забеге. Модовый автомобиль КамАЗ от автора Фантом, от автора Шура, по-моему. И штатный автомобиль. Как он? Сколько? Как он? Модель у него? 65-111. Тоже полноприводный КамАЗик. Сейчас выберем лесопилку. Я не знаю, что ее тут выбирать. Я, наверное, КамАЗом на дальнюю поеду. Ну, давайте спустимся, а там будем посмотреть. Всем приятного просмотра и погнали. Ссылочки я оставлю на КамАЗ и на карту на эту. Под видео. Она немножко подлагивает, ребята, потому как тут присутствуют сторонние объекты. Так, аккуратненько спускаемся. Внутри тоже не ничего так прикольно. КамАЗики. Так, вот тут аккуратно надо переезжать. Кстати, погрузка бревен сразу же возле гаража, что радует. Колеса такие мощные. Ну, карта, так сказать, ну, не хотелось бы обидеть и автора, но мне не очень. Поэтому я не стал записывать прохождение, ну, именно разведку я записывать не стал. Ну, сами видите и так. Нам есть много критики, так сказать, по этой карте, но я стараюсь особо не критиковать, я понимаю, что не все так просто. Особенно сделать эту зимнюю карту. Ну, что есть, то есть. Ну, тем более в Мадранере, ну. Лед присутствует. Ну, старался человек, не без этого. Так, мне надо как-то посмотреть, куда мне выруливать. А, ну мы сейчас так вот и вырулим. Да-да-да, направо. Едем сейчас по прямой, потом направо и прямо до конца.
этим КАМАЗом поедем на дальняк. Так, вроде видно, что мелкий снежок какой-то. Ну, некоторые там пишут, что похож на белый песок. Тихо, тихо, тихо. Так, вот здесь, конечно, дорога у нас убитая в хлам. Тут видите, зеленый даже этот есть. Лед. Я не знаю, почему он зеленый, но окрашен как-то так. Непонятно. Так, сейчас до аэродрома, и там, в принципе, недалеко.
Там будут еще зимние карты, так что не все еще потеряно. Человек попробовал. Кому интересно, я же говорю, ссылочка будет под видео. Но опять же, тут присутствует сторонний объект. Может лагать, ребята. Так, как же не туда? Там блокпост. Как-то придется объезжать. Вон девятиэтажка стоит. А так, в принципе, можно, конечно, более легче путь выбрать, чем я поехал. Ну, вот асфальт, видите. Так, здесь блокпост. Здесь блокпост, лесопилка у нас слева. Как его объехать, я не пойму. Скользит. Попробуем выехать. Ну что, поехали теперь на этом. Здесь, в принципе, недалеко. Также спускаемся. Ну, я же говорю, карта тут больше времени проводишь в разведке, чем набиваешь лесопилки. Всего две лесопилочки, так что. Тихо.
Dogs. Ну что, через... Там где-то должен быть выезд. Через поле. Давай, 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 давай. Лапами застряла. Тихо. Так. А кто у нас там спрятался? Помогай. Да блин, с этой камерой задолбало. Туда-сюда, туда-сюда. Так, а где ж там выезд, а? Да все хорошо, но нам надо как-то выскочить. Где-то же он есть. Разрыв. Там дальше, по-моему, дорога. Какая-то зеленая хрень, то ли с это с елок, так такой окрас, то ли непонятно. А, вон есть. Ну и отлично. Теперь по прямой газуем. Карта несложная, ребята. Ну, насчет оценки ее я не буду оценивать.
прокатился, посмотрел. Ну а там уже дело каждого. А, хотя можно было, блин, не выворачивать направо, сюда и проехать. Ну ладно, такое дело. Это дело такое. Но все равно, Диме, спасибо за карту. Я надеюсь, в будущем там еще... Я так пересматривал, есть зимние карты вроде. Я надеюсь, в будущем... Ну, будут еще лучше карты, так сказать, чем это. Так, а где что-то, блин, лесопилка? Ну, а так хотя бы... Ну, тут видите, тут много сторонних объектов, все такое, оно немножко подлагивает, может, проще можно, нужно было делать ее. Ну, но все равно человек старался, спасибо ему. Следующий уже, в следующем выпуске ModRunner перейдем к новой модовой карте. Там еще куча их. А вам, друзья, спасибо за просмотр, за поддержку. Подписываемся на канал. Всем мира, добра, здоровья и до встречи!